Вся поверил. Ну тури. Ну, ребят, ну кто танк сакрит? Кто тут есть? Из живых. Вот детектор механизма, для него же нужно, чтобы кто-то носил какую-то еще одну треню, да? Это такая, типа, как с гадюкой. А хуй его знает. Ну, типа, для большего профита, да, получается? Там, типа, кружку кто-то должен таскать. Ну, она и так без кружки неплохо бьет, а вместе еще лучше. Забирать еще вот этих мобов. У нас, по-моему, танк таскал, по-моему, в Destiny кружку для тех игроков, которые такие трени есть. Какая треня? Блядь, сейчас вот этот пак разъебем, надо сумануть людей. Там с груля, по-моему, падает. Я один танк. У детектора, по-моему, такая фишка. Фелиция что он... еще. Его здесь нет. От других игроков там стак набирается. И типа, чем больше детекторов, тем ты быстрее 10 стаков. У нас хант ММ или нет? Стаков, а, конкретно такие же детекторы нужны. Да, а 10 стаков это плюс 350 СПД на каждого человека, у кого есть детектор. Стойте, не бегите, блядь. Поставьте этот магии, как он называется, столик. 350 в течение которого времени? 10 секунд. Ты каждый каст, каждый удар по этому самому, по мобу, ты набираешь стак. Вот, если там, допустим, 2-3 этих механизма, да, блять, на этих трех людей будут сразу. То есть один человек ударил стак, второй ударил стак, третий стак. Вот, и в течение 10 секунд эти стаки висят. То есть ты там. Ну слушай, если у тебя несколько этих детекторов, то это имба прям. Один говно, но если хотя бы несколько, там 2-3, то это. Но у них же КД есть. Они же не постоянно вешают. Да, у них КД есть. В течение каких там 30-35 секунд. Вот в течение 35 секунд у тебя плюс 350 СПД на каждого человека, у которого есть этот детектор. Там такая. Тогда долгонок все-таки попиже получается. Да, долгонок попиже. Но опять-таки, если есть у 2-3 людей в рейде вот это залупа, на мой взгляд, это пиздец будет. Не, вы чё, долгонок, намного лучше. Даже если у троих, даже у пятерых, если есть. Но наберешь ты быстрее стаки, все равно КД одна минута у него. А долгонок он постоянно токается. Ну, нет, вообще не сравнимо. Ну там нет. Минус 35 секунд, КД 25 секунд у него. Почему минус, я не понял. Ну это самое. КД начинается с момента, идет с момента прока, а не с момента заканчивания. Да, и в этот самый, вот когда он прокнул, у него пошло КД. И прок у него... Форточка 25 секунд. Да, форточка. И подожди, сколько у него баф? 300? 300 СПД он дает? 350 максимально, 10 стаков. Такое. Ну, за неимением долгонога. Давайте назад вот. Что-то идите, не бегите. Хотя на самом деле 350 это мало, блядь, любая там всякие карты, сердце, талисманы, голова больше дают. Ну, минимум в два раза. Вот это там сколько дает? 1400, по-моему. Которая здесь 45. Кто-кто? За ОД тренька СПД дает прожимка. А там она метка вся основная характеристика у тебя будет. Если у тебя не докап, то да, если. Ну, оверкап меткость, нафиг не нужен. Вот, есть еще на инту, который только она для хуля пала. В основном используется. Сейчас я релат пропишу, что у меня лагает. Нет, с этой вершами должен был идти колить. Если что. А, я понял. Сейчас я это выйду быстро. У меня это патч не закинут. А мы с пугами идем? Да. Бля, все. Жизнь говно, планета шарик, солнце ёбаный фонарик. А кто у нас пунк? Пук? Чё? А вот я смотрю, тут много всяких. Вот. Ну, блядь. То козябр, блядь. Да. Пугарь, блядь. ДПС 5К дает. Мирай какой-то, ебать, первый раз вижу. Мирай точно. Не умирает однозначно, пу, блять. Хотя не говорите, у него депрессия сейчас, ебать, у него
Вену вскроет, да, все дела. Через два дня у него там Шафутинский этот самый. Блять, как его нахуй. Аматори, блять, под окном стоят. А Салин, что за хуйня, ты тут? Эрза тут? Бла. ЛКшные берем или берем один? ЛКшные. ЛКшные. А где они? Третья. Давай, лети в инст. Чё ты там стоишь призраком, блядь? Ассалин. Чё у тебя? Я злой, кто бы кашную тыкнул? Да это я взял, а кому отдать? Войду. Инсте мест нет. Ну, Войд обычно. Да. Чё вы мне обмен кидаете, зачем? Чё это за хуйня? А он БК случайно. Верни её, брат. Эрза в инсте, а Рога не может из-за этого зайти. Как бы. Кто в инсте, Эрза? Ну, я как понял, да. Ну да. Кто с вас в инст хочет, Эрза или Ассалин, я хуй знает. Ну, Ассалин попиже будет. Ну, многих из нас присутствующих. Кому шмот нужен? Кому шмот нужен? Давайте. Быстренько, блядь. Кому нужен? Я понял, блядь. Ну, короче, я хуй знает. Эрза, тебе надо что-то тут? Мне пояс нужен, ступни. А тебе что, Рога, нужно? Слышь, давай я завтра пойду, пусть идут оба, или что там, место надо? Сиди. Ты что, убираешь? Сережа, завтра, я хуй знает, завтра будет ли вообще это бычка, там может Кера будет. Ну, у меня за последний час 4 раза, за последний час 4 раза у меня отвалилось. Если завтра не будет, я на все посчитаю. Ну что, давайте, погнали. Что стоять? Так, что там, два танка затанчить, я думаю, да? Подожди, рыба. Бля, масло. Давайте, резче, блядь. Масло же потом после босса намажете. Че вы дрочитесь-то? Принимайте, да, нажимайте. Че за хуйня, блядь, будем стоять, ждать масло ваше. Короче, жмитесь там как-то, хуй знает. Давай, где там, вот, башен. Я завис на танке, да? Да, я вылетел, короче. Да? Его. Да. У меня просто топ-кадр. Я лпшку нажал, у меня все стало. Я понял. Было весело. Ну мы тут немножко похилим. Ну-ка, Фелиция, может соло затанчить, да? Может отлагает, я не знаю. Тебе частицу кину. Нет, соло не затанчивается. Все, заходите в лужу. Авторез 32 тысячи. Ну а хули? Провисли все почему-то, я тоже. Я не провис. Я вначале провис. Вроде на меня. Я лупашку кидаю, у меня все просто стоп кадр. Так ты не кидай прожимки такие. Может ты какой-то аддон скачал какой-нибудь не очень. Все за все. Эти аддоны для слабых. Да, в натуре лучше без аддонов играть. Заебали эти лаги. Удаляйте все ДБМ, аддоны, все эти аккаунты, идите с голым фреймом. Так нихуя, потом люди будут вайпать нас, блять, по КД, блять. Так мы побудем все анонсить. Ты конкретно будешь обмануть. А, нихуя себе, я понял. Типа, когда шипы появятся, надо говорить, что их бить надо, да? А блять, когда... а для этого аддон нужен, чтобы шип бить? Ну да. Ну, чтобы видеть, что они появились вообще, блять. Нихуя себе. Что ты висишь на них, типа, на шипах. А так-то похуй. Люди хуярят. Ротацию прожимают, блять. Нихуя. Ctrl-Alt-V нажимаешь и видишь все, блядь, кто где бегает, кто, блядь, слакает, кто где какой шип. Я таких слов не знаю, но контра какой-то, альта, блядь, пойми. Ну, все пиздец, много слов. Надо, чтобы все фреймы появились, и вражеские, и союзные над головой. Короче, за вайп это не будем считать, наверное. Давайте, подбегайте быстрее сюда, кто там... Ты вылетел, что ли? Спейси. Я перезахожу, я рано вошел в инсту. Вон, чинитесь, там жив стоит, реги купите. То вдруг кончится. Бакич, кидай мне. Реги. Ну, придется на ласта опять спекаться. Ну, ё-моё. По-любому. Блокозябр, спейси, чё там? Я вылетел. Их запускал. А чё за хуйня? А, я понял. Сейчас полторы минуты. Тут
Что полторы минуты? Ебать, вы ебанулись? Что там такое? Да я рано в инсту зашел, короче, когда. Кто спейси, что ли? Да. Бля. Поставь вот рыбку, что ли, кушайте. Так, где у меня тут? Потом пропадет, еще раз ставить. Когда спейси зайдет, добежит. Ну да. Я бегаю, подождите. Все, ставлю, короче. Вон он бежит, блядь, чё он никуда не вылетел? А кто вылетел, блядь? Барбарос? Нахуй он тебе нужен? Есть демон, есть. Я демон. Кулак врагом дадите? Сейчас открою полипауэр, посмотрю, кто дает кулаки. Кулаки дает Арислин и Боброса. Но Боброса на нету. Это какой-то баг, наверное, в полипауэре. На похуй. Проверка. Хуя себе проверка. Чё, ты тут? Ну отводите. Только выйдите, слушай, не стойте в лужах. Давай, сейчас следующая лужа разольется. Все, отведи босса дальше. Попривычнее. Встаньте в кучу. Фигайтесь только от луж, блять, право-лево. Шипы разбивать. Я ебу. Bonestorm cast. В вихре как раз можно расслабиться, блять, рейда фулл хп, прожать святую клятву, заебись. Ты в хиле, что ли? Ну да. Хули. Приходится, блять. Я тут хилить не хочу, я тут подумал. Да пизда нахуй. Стань себе под жопу. Все шипы было легче разбивать. Двигайтесь только нахуй от луж. Ну, вот нормально, в принципе, стоите. В одной точке, если стоять, сдохните, блядь. Вот этой хуйни от как он называется, от шипа, блядь, от лужи. От лужи, в принципе, сдохнешь, если будешь не стоять. Да. Короче, пойдете там это самое. Так, ладно, называется. Я не буду вешать хиды, я пойду завтра, это херня. На каждом буссе я буду заменить. Ебать. А Сталин или кто говорит? Ты сейчас КД повесил. Это кто говорит? Да КД я фиг. Вылечу сейчас. Уже выкинул. Ну, у босса 40%. Кикните его на всякий случай. Да, кикните, да. Пиздец. Значит, завтра пойду я. Давай, Серёжка. Ну кикните, ребят, быстрее, он сейчас КД повесится. Что, понимаете это? Кого, Асалина или кто? Чувава. Что за хуйня, я опять на танке вылетел. Алло? Алло. Не знаю. Я вылетел, куда я. Куда ну, ты вылетел? Я тогда не буду заходить, просто пусть этот самый делит урон там. Ну так а он увидит, где ты стоишь. Где там звездочка? Ну тебя как выкинуло, у тебя зависла картинка или что, или прям выкинуло? Сколько у него там в Омане агро? 2900? Так, по асу скиллу, значит, надо солюбовать. Да он стаунчит, если что, и все. Не, там Филиц. Все, пизда уже. Дед, вы что, угораете, что ли, блядь? Бля, чё как РТ, вечно какие-то проблемы, блядь. А что за хуйня? Кто умер? Кто убил? Бля, пиздатое начало, конечно. Да. Не знаю, может, сам зайдет потанчит, если хочет. Серебро, обычка. Надо дай два вайп. Кирилл тут не показывается, а то он рост сделает. Ха-ха.
Короче, настало время этот самый. Чувак, ты уже ушел? Он уже ушел. Короче. Если кто потанчит, то я могу на ШП зайти. Ну так-то я могу потанчить, только не палом, блять. Так, на тебе Релла, я зайду. Этот, кто там? Козябр на тебе Релла. Ты заходи тогда на ШП. Блять, что-то не передается, нахуй. Как передать-то, блять? На другого попробуй. Сейчас. Так, Рид Халк. Давай я спекнусь в КДК, я не знаю. Вряд ли это с анхоликом как-то связано, из-за того, что его летает. Я хуй знает. Давай еще один тренер, так нет. Холик заебись танчит. Танчит-то да, только я почему-то вылетаю. Блять, ты заебал, я чуть не протонулся. Да не надо, давай я если вылечу еще один из того, что... Спекнусь в КДК, похуй. Сомневаюсь, что из-за этого, конечно. Ну он даже там что-то говорил, у него то пет пропадал, то еще какая залупа. Ну, пет это другое. В любом он холики как-то сломаны, блядь. А это недавно такая херня началась или давно было? Что я играл на... Анхоли ДК. Этот, дай, блядь, Ред Хулк. Он первый раз вылетает так. Лидера или этот ассиста, дай. О. Пизда, блядь, заебал. Так, чё там, где-то рыба ебаная. Сука, еще сумку открывать. Ну какой-то макрос на рыбу сделать, блядь. Жрите. Да вообще пиздец, ебать. Панель забитая. Ты видел мою панель? Там и так, блядь, места не хватает, сука. Всякая параша. Таунты, бопы, блядь, диваны, блядь. Макрос на пул, блядь. Полная пизда, блядь. Дополнительная панель. Дополнительные все, блядь, панели тут стоят. Все ебало в панелях было. Угу. Рыба стоит? А, стоит тоже. Да, да. Ассалин? Ой, Алконфель. Ебашим. Ну, в третьем танке нихуя. А ты был на первом трае Реслину в танке или нет? Чуть не заметил. Не был. А, ну это типа на случай, если вылетит чё, то тогда можно добить босс. Там в лужах, блять, не купайтесь нахуй. Вот мега щупа, да, это пиздец. Даже у меня слайд-шоу вот идет. Не, я с FPS-ом нормально, у меня просто топ-кадр был почему-то еще. Сейчас вроде пока. Нормально. Тан, ты можешь влево отойти, а не стоять за рейдом, чтоб наш служащий?
Один справа, один слева стоит. Можно еще посмотреть? Пожалуйста, спасибо. Шипы. Да, лагает на туре пизда, но. Так на твой ролик, мне кажется, там крутится, это капец, у меня пошаговая начинала. У нас опять два демона лока, вот просто посмотрите на количество демонов. А, демонов я этих ебал, и шипешных духов тоже ебал. Опять он слана, вот смотри, сколько сейчас ты видишь шипешных духов и демонов. Отец. Блять, без бы в обычке падать, я лохуй. У тебя Бентли не лагает? Ну лагает, ну 24 кадра, я ж патч поставил. Нет, 24 назад. Кадра это не лагает, нахуй. Ну вы патч проверили, посмотрели, не пропал, но у меня он просто пропал после обновы. Не, у меня не пропадал. Ну бесы стоят просто так, типа. Даже просто, когда они своим количеством лаги вызывают. Из коста. Ну могу, я могу спекнуться в этот дестрик это то. У меня просто что, вот сейчас 9 кадров показывают. Так ставьте одного 9. Демона, не знаю, нахуй вы 2 демона идете. Даже 9 да, кадров. Да демон больше дамажит просто. Блять, не сильно. Да нет, а в чем проблема двух демонов вообще? Что-то хуево. Количество дамажа сейчас из-за этого в них. А, из-за этого FPS падает у всех, да? Ну, больше уверен, что из-за этого. Ну, сука, разбейте шип нахуй, алло, блять. Хули вы. Я, блядь, на шипе вишу, блядь, пизда, нахуй, 10 секунд. Что так долго бьем его, блядь, у меня все осколки позаканчивались. Ну, 4 ДД упал. Квест на ребрадо был, надеюсь. Какой-то. Ну, просто да, скриншот скинул, посмотри, сколько бесов. От лица танка особенно это видно. Да, я видел, сколько бесов, кто хуище. Так, давайте сразу эту всю хуйню нахуй с босса. Давайте, да, дестрика спекнуть по полу. Это залупа надо нет. Кому-то? Сразу быстрее, да? Нет, там, блядь, ИП 10, там, 80, ИП, всё. Нараспыл первый плюс в рейд. Нараспыл кристаллы в банк пристена. Закидываю. Угу. Это можно было, знаешь, не писать плюсы. Ну, в плане этот, блядь, как он называется? Типа с них масло там будут делать или что там, блядь, с этих кристаллов. Вот это залупа надо кому-то? Так, пристена. Трэш можно бить? Конечно, можно. Не, ну в смысле, просто пошел раз полмошника все собрать. Вот это же костюм. Джекпот, два кристалла бесов. Это фонарь там прикалывался. Так, тапки. Вот там хутик. Калют, умрешь, когда крас будет. Цифру ставь, это самое, ЕП. Хутик. Так, эту галочку убрать. Так, у хутика 2700, у редхулка 2100. Давайте думайте, не надо вот этой залупы 10, 20, сука. Вы еще по 11, по 12 пишите. Давайте хуярьте нормально. 500 минимальная ставка. 100 на оф. Вы ролите на мейн, с 500 начинаем, нахуй. Не ставьте эту залупу. Вы еще бы по единичке ИП добавляли, давайте. Типа, может десятку посадить, или ставка в 5 раз больше. Хутик 600 закидываю. Там же шаг, по-моему, 10%, разве нет? Мне похуй, какой шаг. Главное, чтобы не с 10 начинались. 500 минимально на мейджи сказали уже. Правило вам было. Всё. А на... О, сколько? 100? В смысле ГП? Да, ты ГП да, 100. А, да? Сука. Сейчас. Ебать, хуета какая. С сентября, так что это, пока живем. Сука. Надо сейчас ИП куда-то приебать. Нахуй его проебнуть? Чё, думаешь, от нуля? Не будет сброса, вы чё, смеётесь, что ли? Да, там же ж на ЕП и ГП сюда. ГП просто будет добавляться. Каждому сотку ГП добавят и будет начислять ГП. Я вот ничего ГП не люблю. Очевидно. Почему нельзя просто сделать закрытый аук и всё? Это просто решит все проблемы. Что значит закрытый аук? Ну, тоже аукцион, только закрытый. Тебе в личку пишут, в личку Рэлла пишут, какую ставку ты пишешь. Совсем правильно. Зачем? Но если человеку нужна эта шмотка, он отдаст.
принципе, все. Ты не понимаешь, для чего делают ЕП ГП. Ну, точнее, вот эту систему, типа. Чтоб вам ГП ебашли по 10 тысяч за дух. Да, чтоб боялся больше слабость. Ну не совсем. Из-за этого как раз. Ну, типа у нас пол людей кастеров. Смотри, ну, например, вот ты на шамане играешь, да? Например, Т4-2, когда печеньки были. Ты фулл шмот бисовый одеваешь за 10 ТП, когда в то же время кастеры одеваются за 2000, там, за одну шмотку, к примеру. Ну, и, типа, это... само собой, у тебя будет ТП больше на печеньку, и ты печеньку соберешь у всего рейда. Ну, да. Не из-за этого, а из-за того, что сидят люди, допустим, лутают ЕП на замене, а потом просто заходит один рейд и забирают за фулл ЕП, а сами одеваются в обычках с по 10 ЕП за шмотку. Это для этого делается. Чтобы какие-то люди, которые... Делается для чего, не знаю, на ЕП-алку просто в гильдии, где 90%, ну ладно, 70% это кастеры. Как бы я ткань особо не ролю, я понимаю, там какая конкуренция. Если есть Микольчуга, на меня альтернатива. Трова сразу агри уже. Вот здесь Эндрю упадет колечко. Духаст. Духаст, биш. Духаст Вячеславович. Я опять, короче, в холлика спикнулся. Это все хуета, нахуй. Вот эти все разглагольствования про ИП, блядь, все это параша, нахуй. Если человеку надо, блядь, ему похуй, какая система, нахуй. Ну, блядь, ИПУ, конечно, залупа, нахуй, полная. Пьем секунд 10. ИПУ хорошо для тех, кто давно из гильдии. ИПГП, ты когда приходишь в гильдию, тебе больше никогда не приоритета. Так, почему если хочешь... Так, 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 значит, первая, третья бьет слева, вторая, четвертая бьет справа, справа чье, слева Фелиция. Поехали. А у мультики, да, там на лес босса. Сука, не угадал. Так, на тебе стан, блять. Чтоб не разъебал пацанов. Обновляйте. Ну-ка. В детстве разъебу пацанов. А еще демона в изгнание ты его кинул, сука, не успел. Ну, убить его демона вообще. Я, блять. Не трогай Ваню. Хутик там какой-то, блять. А не, жди. Гра. Куа, блять. Ебануться нахуй. Француз какой-то, блять. И правда. Это так, наугад. Короче, Фелиция, блядь, почему ты появился? Ты хочешь мою колбу спиздить? Что за хуйня? Ебать, не убейте меня. Я там бабл не слил. Сейчас, наверное, бабл нажму. Фелиция уже бежит тебя бить за колбу. Сука. Колба моя. Нет, не твоя. Сейчас... Справа, убейте. Сейчас закосячишь что-нибудь. Милишники забейте, правда. Минус 5к ИП получишь просто. Будет тебе колба, блядь. Да. Я что-то, блядь, я не помню, куда я на поле ИП слил. Куда-то слил. Справа милишники ханты, помогите. Ты это, по-моему, выролил. С лича. С мастерством пушку. Точно, нет, точно. Сука, вихрь дал стан нахуй. А, нет, не дал, нормально. Сейчас дам после вихря. А, ловушка нихуя скиллованная, блядь. Зачем здесь спалили там? Чё, как дела там? Духи не видно нихуя там? Spirits. Вот спириц, видите, блядь, духи появились такие. В гере они шотают. Давай, буду называть, кто ловит в гере духов. Это слил, чуть не увидел. А здесь надо отбегать? Даже обычно. Да похуй. Здесь можно не отбегать, а в гере нужно по-любому. Ну типа, что если вы тут не будете отбегать, то вы в гере, и вам еще сложнее будет. Вы хуй просто будете ложить. Ну смотри, дух бежит на челика, на холича, да? ГЦ, холич. Похуй вообще был. Сука. Понятно, блин. Кстати, в геройке тоже похуй, на жопу. Вот смотри, на челика. Даже два духа. О, видали, да?
Я же говорил, калюта просто разъебали духи. ГЦ, блять. Видишь, а ты думаешь, похуй, типа, а два, оказывается, два духа могут летать. А чё, их в обычке два, чё-то не вкуриваю? Да. Да. Нихуя. Те же два, только не шокают. А то чё, хуяк будет Амелику? Смотри, вот этот пидор на меня летит, я даже узнал, да, заранее. Охуеть. Блядь, можно Дон, который будет говорить, это пидор летит на меня, пожалуйста? Точно. Блядь, да можно послакать просто, чтобы да. Послакать? Там сверху мобы со штанда, там идите их разъебите, дракона пока не пульте, сейчас с моба посмотрю, что выпало. А квест же где-то здесь, да? Квест на чем? А, чумка. Так, короче, Пристена, эта хуйня на распыл сразу знаю. Ага. Сердцекол тоже на распыл. Ты чё, гонишь, что ли? Эй, ты чё, у нас в кампе есть, блядь. Подайте лук, пожалуйста, я не то, что поставил. Кому? Распыл, блядь. Подожди, не распыляй. Я не распылял, я сразу отменил распыл. Кому нужен лук? Позитрон, блядь, чуваки, ну. А, я забыл. Взяли зелёного хантишку, блядь. Я забыл. И вот этот, последняя параша. Это, кстати, для ханта, говорят, не особо сильный лук. Блядь, у меня 213, можно давай? Нет, ну он... Сука, кому? Дракона запулили, бля. Придется вот лифт юзать. А мы там лук. Позитрон. Чуть не чихнул, нахуй. Осколок? Блять. Я не вижу, нахуй. Так. На тебе осколок. Так, забирай осколок. Это шо, до шема 3 осколка, да? Ну сегодня будет стопудовая инфосотка. Короче, я следующий шем буду собирать. Дайте 20 ДСов кто-то. Только 20 или еще раз? А, да там нахуй еще же эти... Там же души еще собирать нахуй. Пизду, блядь. Сейчас Холич насосет, и типа два райда занятый будет. Да не, Холич после меня уже будет делать, блядь. Да, он уже в очереди. Да, Холич? Нету ДС, да, ДС. Ты носового хочешь себе делать? Ну если... Да не, какая сова, на ретрика нахуй. Не... Да на сову надо еще посох залутать. Этот. Сука, что-то пиздануть хотел, забыл, блядь. Блядь, что-то я завис. Полич, сосать не забывай, с них тоже. Да-да-да-да-да. Самое главное, это с боссами. Ты заебался бегать, когда сам. Главное, сосать. Не отсосать. Главное, насосать, но не отсосать. Давайте, главное, блядь, в темпе хуярим. Давайте, блядь, отстаем пизда по графику, нахуй. 40 минут мы должны уже были, сука... На профа заходить. Феникса на вас нет. Получается с лакера. Вайпы нахуй на ребре, блядь. Это смунцы, ребят. Шкаф. Сейчас он холики был на леди, я не вылетел, типа я не знаю, что на ребре было. Хуй знает, но. Может ребро забагалось. Может быть. Это самое. Кого там смун? Холич или кого? Холич, да. С леди забыл. Лучше высосать. Классика. Ну тыкните в эту залупу, ну. Кто там? Сова сумонит. Тебе пришел сумон? Пока нет. Да-да-да, иди стервей. Пока летим. Пришел. Запускаю эту хуйню. Там я в пушке, полетел, помните, надо... там по два не тыкать, эту пушка забагается, просто не будет стрелять. Ну чё, туда летает Фелиция тут. Я улетаю наверх. Уи. А напомните тактику. Бля. Это, мне вот интересно, дружники и ДЦ, ты ДЦ или холик? Я пока что в холике, но вас все точно в ДЦ-шку спекнусь. Короче, на сурке, мне интересно, если я с калютом в ДД буду, два эрдру и холик захилят? Конечно. Ну да. Захиливай, ты что смеешься, что ли? Пол два хила, в принципе, захиливают. Ты один справился при таком ДПСе. Ладно, мы не напряжем. Ладно, потестить надо просто нахуй. Три кило обили, по-моему. Ну ладно. Дайте мне на шип залез, пожалуйста. Я давно не тестил ретрика, сука, своего, блять. Последний раз, не помню, 14.5 что ли давал. Интересно, сколько дам просто. Нам нахуй массе половины ебало оторвало. Чё ты, лети туда уже. Чё прыгает, а? Four, three, two, two,
говорить мне это ДБМ, баба это говорит, фо, сри такая, и ту два раза, типа, чё за хуйня, забагалась. Ну. Это вот на один на тебя звучит, другой у меня, знаешь. Ага, у тебя эхо ебашит, ну это, как они называются, колонки. Ай, блядь, спать охота. Забыл то, что текстуры ломаные у корабля. Так, мы до конца будешь стоять? Я что-то не помню, как тут вообще, нахуй. У тебя воли мертвых нет. Да, может, до конца. Простоишь? Нет, я хуй. Не, вот холики просто хз. И тоже хз. Нормально. Типа без воли мертвых тебя просто разъебет потом с двух тычек. Под волей он может выжить вторую тычку. Не знаю нахуй, ну пока половину не сносит вроде. Да я еще ничего не давал. Попробуем на прожимках как-нибудь. Все, не верим, давай свалим. Короче, Фелиция, если что, это... Ты если меня убить. А у тебя этот есть, как он называется нахуй? Кто? Костяной щит вот этот. Да-да. Сколько там у него КД? Ты его отдавал, нет? Раз в минуту он. На 5 атак. Короче, как отдашь, скажешь. Его я по КД отдаю. И все остальное еще ничего не дал. Пока нормально, я до конца выстрелил. Вот видишь, уже по пол ХП сносит. Не похуй. Да это нормально. Боже, выпрыгнул. Че, каплю ему дать? Да, Фелиция, подбеги, дай ему каплю. Сейчас я следующую дам. Плюс массакру добавлю. После ваших сейвов начну свои тогда. Да, да, да. Так. Калют чилит в пушке. Пристена, давай на ману. И массе со стервой накиньте иннер по... Массе закинь по войду иннер. То, блядь, я высохну сейчас. Я пока что крыльям удал. Так, короче, ну давай массакру, допустим. Так, давай тебе каплю. Сука. Так, себе бабл и поехали. Че, ты еще ни зыбку не давал, да? Давал. А, ну все, тогда. Ну что есть, я думаю. Типа тебя могут отпиздить сейчас. Ну-ка давай Т4 прожму. 21%. А мы уже добили. Бля, я тебя что-то не вижу там нахуй. Выпрыгивайте. Да не надо выпрыгивать, стой. А, блядь. Маг убить. Охуй, я напрыгнул, блядь. Бать, он сносит, конечно. Охуй, не. Чё? Нам нахуй, нахуй. Умер как герой. Дырявый анхолик получается. Слабый, получается. Блин. Получается слабый. Да долговато пушки, блин. По факту от физы нихуя нет. Вот это только костюм щит, все. Опять там у него что-то стак. Ну, жил до конца. Это по-любому какая-то залупа, что-то загрела, нахуй. Вон дракон. Пэт чей-то загрел. Пристена, нахуй. А как я загрел? Я не ебу, нахуй. Ну, он дракон ебаный внизу, нахуй. Он сейчас прилетит. Что-то он... Бля, будет лететь. Да, он летит. На месте, да. Летит. А я что-то не могу понять, это там... Вон он внизу стоит. Да, да, он сейчас... Не, он сейчас поднимется, он летит. Он так медленно поднимается. Потанчишь соло на ДК? Потанчу? Только босс будет хилить. Да, это не он. Потихонечку дракон. Где дракон? А, нет, все, вон он поднимается потихоньку. Таргет по Казябра возьмите, он на нем звездочка висит. Мать мы не открываем, да? Лучше... Мы не можем, называем. Ей на массе, короче. Ладно, пока это залупа с драконом вся. А, блядь, тут нельзя открыть. Пусть массе. А, теперь на чью? Так он на месте стоит, он не летит вроде. Не, поднимается, он поднимает. Он просто, он в какую-то текстуру где-то упирается там. Летит, летит. Не-не-не, он вверх поднимается потихоньку, вертикально, сейчас придет. Вот сейчас он быстрее поднимается просто, чем раньше.
Ну, хуярьте дракона, хули. Побегай только, чтобы он из пола вышел. Сейчас перейти сначала. Чё? Ну, нам в гости пришел. Чушь ебаная, нахуй. Кто такое придумал вообще, блядь? Икстэм. Икстэм. Выйди наверх, он все равно у тебя не поле зрения. Не поле зрения, охуя. Поводи его по этой хуйне, по платформе. Не видно нихуя дракона. Вот подойдите поближе к нему. Сейчас. А он не ходит, ему похуй. Я понял. А ты грипни его. А я все равно не могу в него кинуть даже эту. Хорошо, хоть эти кастуют. О. А причем эти мои в поле зрения. И чьи тоже, я ему почти в упор стою. О. Что за хуйня? Че, рыба будет? Да, жрите там пока рыбу. Банки там пейте, хуй знает. Сейчас с кораблем. Че упало? Да посмотрим. Барбарос вроде падал. Я уже открывал кто-то. Так, кольцо, кстати, кто забрал? БЕшное, с трэша. Так, амбар, по-моему. Так, это на распыл. Ага. Вой, где он стоит? Нет. Это на распыл. Да, чё? Не забрал. Войд выиграет кольцо из нючка пожили. А, да, вижу, вот оно. А, нет. А где? А, вот Войд, оно. Да. Чё, увидел? Где рыбу-то спрятали, я не понял. Так, сейчас я спекнусь тоже. Че, можешь пока... Наебать не слышал. Может, запустим пока? Че стоит там, еще полторы минуты? Да, тут. Давай, принимайте готовность. Рыбу тут. Да ебать, заебались этой рыбой. Сейчас. У нас... Вот рыба. Жрите рыбу. Так, запустил. Там минута где-то есть. Герои, будьте начеку. Да, минута как раз. Так, сейчас замерим ДПС. Так. А сколько там получается осколок осталось? 3, наверное. Это только один упал, что ли? Ну, реально, это, короче, дракон для Холича с пульей. О, все, Эрза. Все, Эрза разделся. Все. Так, что у нас? 3 хила, 1 танк, да? 21 ДД, я ебу. Один танк? Ну да. Ну, надо больно бить. Да? А че? Да, не, он не больно бьет, он килится просто, когда нам будет. Нужно больно бить. Ну да. Ты пробьете его бить-то вам? Да нет, ты че не пробьем, конечно. Давай мы его убили, когда у него было 300 тысяч, да, хп? Сколько там до пула полинкуйте, блядь, припотывайте? Вроде 13 секунд. 9, 8, 7, 6. На, нахуй, он тебя поебал. Без печати бил нахуй, долбоёб нахуй. С холипаловской печатью бил. На ману, блядь. Так ману восстанавливали. Да, охуенно. Кто ж так подумал? Хули думаю на ману, по мане не сижусь на ретрике, блядь. Раз с печатью бил. Ясно нахуй. Проебал ДПС по-любому. Да ладно, чё так говорю? Если он у меня вообще есть, блядь. Чё там, 12 тысяч? Выше танка, да. Говно ебаный. Ну главное, что больше танка, да. Понял, блин. Похуй уже, блин.
Что-то чё пробивает, пизда, там жизни света и настакать, там кто знает. Давай этот Т4 дай, что ли, там вдруг шотник метку. Блять, до 13600 только поднялся. Ну если бы печать с пула была, наверное, может и пятнашка была бы. Версия, блять. Блять, ебал я в рот этого Дестрика, я спеку из демона назад. Хант 6К, конечно, хорош. 370 это мне показывает. Ну это сейчас немножко... максимально показывает его, скажите. Уходича, 24.2 у меня. Выше есть? 24.2. Уже опустилось. А, у меня, блядь, с этим, с кораблями показывает вместе, меня забавилось. Клинок надо кому-то, вот этот ебаный? Блин, гоните ДПС в руках, кого не забавилось. Ща я скрин из картины. Чё, хану надо, ханту надо, говоришь, блядь? Саруфа нельзя высосать, да, душу? Бля. Сука, блядь, спизди у душу, гад, смотри, уносит. Дета Параша надо кому-то? Завоеватель. Быстрее, плюс-минус там, блядь. Барбарос. Какой завоеватель? Ну токен ебаный, блядь. Квест на чуму берите. Так, два закидываю тебе там, если кому-то надо, у Барбароса два. Куда ты линковал ДПС? Там это первого моба бейте. Фелиция в танка, прыгай обратно. Сейчас я спекнусь. Подбегу. А чё позитрона не видно в рекаунте? Ну 6000 там нахуй, как и танк. Могу дополнение, у меня просто не вместилось больше 20. Для 213 это охуенно. Серёжа, сейчас обидно было вообще. Да я только... Только не сдохните там нахуй, калюта уже сейчас отпиздят, блять. Ну то, что без танков пошли. Ну, так бежать надо быстрее, чего там АФКшник стоит. Я не знаю, я, блядь, мадно. Серёжа, у меня есть охуенный плюс, знаешь какой? Ау. В отличие от остальных, я вообще не лагаю, не знаю вообще почему лагаю. Ну у меня вчера отлично, да, у тебя перс вроде не обкатан еще. Я мощнее перс. Вокруг меня все происходит то же самое. Но, типа... А где Фелиция, блядь, вот... сейчас не вижу нахуй. Что пизды получите, на. Дайте, который гнев небес, хуй знает. Отпустила. В теории я могу на замене быть, но лучше, наверное, когда не вешать, завтра все-таки пойду. Завтра что ли? Ты будь, вдруг у нас чё вылетит или Фелиция. Где Фелиция, сука? А, ты вообще там бежишь. Я шмотки забирал. Понял. Джесса. А ты в банк складываешь комплекты? Я один дебют таскаю, все с собой. Давайте, блять, пошли с этими мобами сразу дальше, а то мы дрочимся, стоим на месте. Давай, будем на ходу учиться бить, все равно в Герри на Личе это пригодится. Во, другое дело, еще давай, Мирай, вперед забегай, еще гриб делай. Вот это будет, ну, блять, хорош нахуй, ну гриб в корне-то не сработает. Вот давай делай. Вот этих пидоров все вместе замесим сейчас. Серега, наколдуй лута. Сейчас будет падать. Все на ханта. С этих сейчас, сейчас упадет колба, а Фелиция вылетит, блядь. Колба на ханта сейчас упадет. На БМ, легендарно.
за хуйня? Что за дамаг, блядь? А, это лужи. Ловушки ебаны. Обеззараживать? Или ловушки? Да, да. Ну, да похуй. Похуй вообще. И боя падает. Да, души там, боя хуй знает. Рано. Собаки. Бля, чего мне не говорите? Напоминайте про групп лут, я забываю нахуй. Пизда просто. Просто с босса сразу... Реально... Теперь осколка не упадет. Сразу хочу раскидывать. Ну не упадет, да и похуй. Купит один осколок. Можем собрать после... Резки маги круловычку. Геру соберем нахуй на ребро нахуй, там осколок выпадет. Распельните, позял. Блядь. Косарь голды. Там что-нибудь там... Сейчас собаку спулю. Чё вы сюда зашли? Ну-ка съебитесь обратно все, где толстых били. Не, сейчас сагрит. Все двое уже упало. Ну одну собаку ладно, только две не надо. Грипайте все это сюда. Как вонючка. Ну, когда истребление будет? Верно. А вот и оно. Вот сейчас тебе ленточка на ханта упадет. О, ну, это да. Отказываемся от ленточки, только призен пусть. Позитрон пускай нажимает кубик. Хуя себе. Привилегия? Получается. Не, на массе он еще хочет. Что за ниндзя лутинг начинается? Ну это шутка была, если кто не понял. Сразу. Нет. Спасибо, что объяснил. Нихуя, блядь. Скринфорум. Я на ваш финикс отправлю. Шутить не умею, блядь. Если я начну шутить, нахуй, то вообще пиздец будет, нахуй. Все отказались? Да. Окей, отказался. Я не помню, что я нажал. Кубик, по-моему, нажал, блядь. Придется массе отдать. Сотку кидаешь просто. Я сотку кинул? Короче, если я ленточку не выиграю, нахуй, будет вайп. Будет эрогия, да? Так, ну встаньте в звездочку, нахуй, в одну точку, блядь, чтобы свет небес, блядь, по скиллу эту всю хуйню, короче, за это, захиливал. Щука, да? Посмотрел. Поугарал. Ну что там угарного было? Ну как не знаю, начало когда, да. Вайпы эти, да? Да можно, как говорит. Так там на 50% скорость. Щуга, ниже. Забирай. Щуга, забирай. Так я еще вставил там рэпчик. Сочинение этот. Некоего самогончика, блядь. И мой фейл поставил, когда у нас хант вылетел, и я побежал. Резко побрать какой-то или что? Ну это не фейл, мне показалось. Не получается. Мне показалось это геройством, блядь. То, что ну, ты побежал. Ты видосик сделал, вот или что? Что сделал? Видосик сделал какой-то типа. Да, ты что, блядь, на канале еще на моем не подписан, блядь? Не-не-не, ну скинь, я посмотрю. В смысле, блядь, давай подписывайся, блядь. Лайки там ставь всю хуйню. Так ты его скинь. Еще ставь, и я сразу. Где-то скидывал. Шкуру не снимать столько. Пусть тушатся сейчас. Колич, ты не сдыхаешь, чтоб тебя это... Треснули? Да, вроде бы. Играйте аккуратно, блять. Вы сами поймете, что потом... Блядь, мог бы стать популярным, кстати. Мы такие видосики поделал. Да, конечно, блять. Вообще нет. Единственное видосик, который я смотрел, это когда... Это... В главной роли Феникс. Убил рейд боком. Чё рейд боком? Ну, Синдра стоит, смотрит на танка, дает дыхание и убивает всех нахуй. А-а-а. Хоть не разворачивай. Ну это я-то это не первый раз вижу. Так, короче, метки ставить не буду, и так сообразите. Треугольничком стоим, как обычно. Слева, справа. Дай хавку. Хавку даю. Где она, сука? Натуре, вот что выкинуть с панели? А, вот это очищение выкину. Так, сюда рыбу. Блять, бой нахуй. Так, вот рыба. А вот этот РЛ, который там на фоне говорит. Лёня, блядь, не будь долбоёбом, блядь. Скинь это, YouTube канал свой. Да, блядь.
его надо подписаться. Ты меня сейчас такие вещи заставляешь делать. Давай, проверка на пул. Вот, примерно как локовский портал один и немножко левее кружка. Это споры нахуй. Одна под боссом, две по сторонам фиции тут. Я себя хочу забыть. Киру не забудь. Мерз, отойди назад. Назад отойди, заблюешь. Или зоне буду стоять. Конечно, там держите, бля, я вижу, кто сколько блюет, блядь. О, сейчас меня ханты заблюют. Заблюю за 500 галден. А вот... Не надо. Я хочу хилить. Дай мне похилить хоть разочек. Холич, ты где? Ты первого не сносит. Кстати, споры, блядь. Лево, право и под босса. А где лево спора? Споры, первый, сбегитесь нахуй. Просто разрутите глаза и сбегитесь из споры, блядь. И пизда нахуй. Два стака хорошо. Словите, я думаю, не сдохните. Ну, три стака, если он позитрон, обязательно три стака лови, блядь, то откинешься, блядь. В принципе, я могу каплю дать, но это 500 голды будет стоить. Бизнес, да? Ну, блядь, хули, надо с чего-то начинать. Тут кто-то МК продает, кто-то... Вот, сука, ебучие бомжи, нахуй, какого хуя 5 человек блюет, блядь? Встаньте на рейндж нормально, блядь. Чё за залупа? Вы еще в десятером встаньте в кучку, нахуй, чтобы вообще вайб был. Что это за параша, блядь? Вообще хорошая идея. Вот он споры, блядь. Подать. Под боссом есть? Нет, чуть не вижу, блядь. А, вон есть, нахуй. Есть. А ты в анхолике сейчас? Да. Бай. Такой ребре был. Короче, имею в виду, сейчас перед едкой гнилью самая такая хуйня. Сейчас, когда пол чистый будет. Все есть. Так, две шмотки на ханта получается. Тут нужен поезд, Серега, колдун. Так, давай, короче, этот самый, что там по таймеру. Фелиция, готовься, я тебе скажу на него каплю, когда кидать. Колдую поезд. После споры можешь забирать уже. А что ты хочешь, чтобы он до едкой гнили забыл? Дай каплю по нему, Фелиция. Ты... Ну, ладно, ты... в принципе, нормально, нормально. Ты доживешь с каплей, нормально. Еще сейчас до 4. Да, вот сейчас, да, уже давай. Я добавлю эту свою. Все, пизда, заебись. Забирай. А я баннер. Вот 5 человек блюет нахуй. Холич нахуй, Мегащука, Пристена, Мася и Блэк Зэгзэх нахуй. Вы что я нахуй? Пытаюсь максимальный вклад, мне пишет 8. Вы хуёво пытаетесь, блядь. Мегащука, делай шаг вперед. Залупу какую-то исполняете, блядь. Блядь, похуй, нахуй, пиво, блядь. Это в обычке, блядь, похуй вообще. Здесь на профи пельмени не будете так же в пятером ловить. Они не пельмени, а пиво будут ловить. Так, что у нас тут, нахуй? Ну, блядь, мне надо 500. Серега, ты хуёво колдуешь. Как ты сказал, пояс, блядь, вот пояс. Сука, ебаная табличка, это судная, нахуй. Поставь мне шкаф там огнилого, блять, меня супните. Шею возьми, хоть мана. Так, пояс кому надо? Чё тебе надо? Я тебе закину пока. Потом передам куда-нибудь. Перчи на распыл по-любому, да? Никому же не надо. Ну, пока что я тебе закидываю там. Но эта шея точно обоссанная, нахуй. Можешь и распыл мне кидать. Да на ханта, вон ханта отдай. На ханта? Так подождите, там... вы сейчас читаете, посмотрите, там 500 там крит... ставят. Там крит МП5. А, вон стервей шею ставит. Я пристенни закинул, пристенни ему обмен кинешь. Там шея идет вместе с хитом из гильдии, потому что, блядь, у тебя должна быть шея с кильдонаса. Да какая нахуй с кильдонаса, ты чё, блядь? Чё, смеёшься, что у хила шея с кильдонаса? Пошли, чё вы стоите, блядь? Пошли. Сейчас, по-моему, правило в ги надо. Шея, чтоб не было шеи с кильдонаса, вот такое оно. Вот сумон, ещё челиков до сумонишь. Тут там стервей. Холич, где Холич? Холич, ты сосу, где? Сосу, блядь. Где сосу, блядь? Чё, там так долго где? Сосать, что ли? Да я по пути пробежал, потом вспомню, что сосать надо. Блядь, давай, не забывай. Надо какую-то напоминалочку сделать. А сколько тебе сколько дается? Типа... Пора Буш? Сосать? Вроде с босса по 50. А с меня, с мобов? С мобов по одному за каждого моба. С больших по 3 вроде бы. Кто на боссе с вас? Фелиция, думаю, лучше подойдет.
Точно, с агро проблем не будет там? Не-не-не, там надо, чтобы ДК вешал для шипешников баф. Ну, а ЛПшку-то могу раз в год повесить и так. А, он баф для... Короче, это, да его чёрт, нахуй, заебали. Короче, он для босса. Я подержу слизняков. Вот Холи чуть не обрыгался. Ой, зачем ты рекаунт вернул? А чё? Да хуёво. Details. А, ты стримак смотришь? Details, да нахуй этот баный details, блядь. По тестам лучше. Цифры какие-то есть, и ладно, и похуй. Для как приличия, этот, как этот Димон догадал. Заминированный тапок. Да и похуй, да и вообще похуй. В таком же духе. Да что-то, блядь. У меня же, короче, скоро смена графика будет. Буду вообще каждый день на РТ. Что, блядь, привыкайте нахуй. О, сейчас опасно. Не, скажи, лучше соберемся мой ТТГ вторым. А, я ебал ТТГ, это нахуй. Ну, я свою гильдию водил туда, я два босса там убиваю. Ну, честно говоря, я даже не знаю, что сказать нахуй. Ну, я по консулу хочу раздавать, вот. Мне похуй на это ИП, блядь. А кто может сейчас ТТГ так и надо раздавать, потому что мы говорили на эту тему уже. Если будет с гильдией людей нормально, типа, я не против, но я не возьмусь ее релити, потому что не горю особо желанием прям релити эту парашу. Могу пообъяснять там людям, могу пораздавать там. Я собирать не люблю рейд, если будут люди, то может и побежу что-нибудь. Надо идти. Да. Мы же первую закрыли, да? Да, там с первого драйва. Ну, ну давай, пока вы бьетесь 15 лямов на боссе, вот скажите, у кого в рейде КД на тюрьму 25-ку? У меня нет. Там же в среду много... ставили ТТГ вроде. Да, у многих, у меня нет, на Кате, Адель, Королева. У меня на слове нет, я сейчас собрат. У меня на престе нету КД. Да до хера будет. Типа, короче, не, ну я не знаю нахуй, типа сегодня я не знаю. Если прям, если бы мы пришли как первым рейдом и так же прям за 20 минут... У нас в среду, говорю, что стояло, смотри, там среду Кирилл поставил к себе. Я знаю, что в среду. Многие рассчитывают на этот день. Типа сегодня, мне кажется, не надо. Надо дожить еще до среды. Не знаю, чё по Герри он хотел ставить, я что-то не помню. Типа все что ли, Синдуру так-то... В расписании вроде так, у нас были Тиварога, ребят. Да, да и похуй. Грудак на ханта, да? Нет? Опа. Плечи объект. Объект. Объект хороший. Этот самый... Давай. Объект. ЕПшьте. Кому там надо объект. Кровь кому-то надо в рейде? Вот эта хуйня надо кому-то? Бля, чего ты опять не убежал? Ребята, 500 на мэн. Че вы ставите? 110. Он на ОВ. Да? Шарите квест, блядь. Не берите, не сдавайте квест. Квест забыл. Надо вписать 100 ОВ. Идите ОВ. На квест, поставьте шкаф нахуй. И меня суманите туда на квест. Пока не сдавайте квест. Парашу раздам. Так, вот нахуй вы это линкуете сейчас. У меня там... Вы че, ебанулись? Зачем вы это делаете? Так получилось, попросили. 100, 250. И что? Блэкс, во-первых, 500, блядь. Короче, нахуй, сейчас объект заберу просто, блядь, нахпала, нахуй. Кровь не надо никому, я так и не услышал, блядь, прием. Все, боссе остается. Еще раз объект. А, нету больше? Хорошо, тебе тогда закину. Так, забирай эту хуйню бесполезную. Эта хуйня, что это? Критхаст, кольчуга, блядь. Кто-то сдал уже. Кто-то сдал. Так, при сцене закинул это кольцо. Ой, блядь, плечо. Хуй знает. Так, вот эта хуйня, я не помню, есть у меня нет. Закину себе, короче. Не надо никому грудак нахапало. Так, еще раз прошу, кровь кому-то надо или нет? Спейси скидывай. Спейси скидывай. Так. Какой ты пати? Так. О, здрасте, грудак. Сказал грудак и здрасте, боешься грудак. Как блять, в смысле спейси скидывай кровь, что ли? Ну. Так они скидываются тебе? Как тебе скидывать?
Там, походу, квест. Там же квест нужен, нет? Конечно, я нужен, блядь. А ты думал как? Я думал, это ну как, лежит. Я тоже так думал, блядь, когда-то на что пришел, шем залутал. Оказывается, нихуя. Так, а вы меня сумонили, я что, блядь, отказался? Ладно, похуй, придется побежать. Тогда тут ставьте шкаф. Если там шкаф остался, то можете туда еще раз сумонить. Тогда тут ставьте. А, там зачем вы все туда побежали? Я понял. А где почёбой? Чё за ивейт? Где мой пьет, сука? Ну это залупа, нахуй, профессорская ловушка. И он все скидывает все, все бафы, блядь? Ну да, ивейтится, да. Хорошо, ебаны. Ловушка Джокера, нахуй. Худёкера. Вот именно, блядь. Кто-то смотрел фильмы «Пила»? Типа, только первый сейчас смотрел. Ты сейчас на чью намекаешь? Не. Не, просто я не помню, в каком году смотрел, то ли в 2012, то ли в 2012. Так-то страшновато было. Не, первая не. Да не, первая сама по себе, она бомба просто. Вот это. Не, первая она охуенная. Она, дальше она, я не стал. Идея охеренная. Да. Не, ну дальше тоже там нихуя себе. Такие пробросы, блядь. И моя самая любимая ловушка, части уже, это карусель. Ну кто знает. Карусель, кто успеет, ну, это, короче, тот присядет. Человек поставляет руку, чтобы ему железная херня продавила. Если он не ставит руку, то того человека застреливает дробовиком. Вот. Да типа мне того. Похуй на ловушки. Просто как бы вот эти все фишки там, кто есть кто. Типа... Если я ставлю руку, то что происходит? Ее продавлю железная хуйня. Часть твоей руки. Насквозь. В пизду, блядь, пускай стреляет. Не в меня же, да? Нет, не в тебя, а перед тобой людей. Да вообще насрать. Ебите его. Мне рука дороже. Нет, а он там челик поставил. Все бафы слетели вроде, да? Да. Значит, его можно. Ну вот ты скажи, ты бы поставил свою руку, чтобы кого-то там не ёбнуло дробовиком в лесу? Нет, там у чувака в тот момент была какая-то моральная дилемма. То есть там какой-то то ли знакомый это был, то ли, то ли клиент, то ли что-то такое. Не, знакомый какой-то... был. Маги, поставьте стол. Вон он стоит. Ребята, одну секунду, обоссусь. Нет, я только, если я только знакомого или друга помог, то есть только ему бы.